В отличие от предыдущих лет, нынешний день рождения Деда Мороза выдался не столь многолюдным, хотя людей приехало достаточно много, они представляют самые разные уголки нашей страны. И сейчас, к моменту зажжения елки, все они подтягиваются на центральную аллею к терему, чтобы посмотреть на Дедушку Мороза, передать ему свои пожелания, приветы. Очень много представителей самых дальних регионов, сказочных персонажей. Кроме того, сегодня на центральной аллее перед теремом Деда Мороза состоялось выступление гостей из Салехарда, которые водили хороводы, пели песни, звали всех в гости и передавали приветы. Здесь же, на территории Вотчины, сегодня работает делегация фонда «Росконгресс», которые приехали в Великий Устюг с замечательной миссией. Они привезли подарки для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Привезли подарок, как нам сказали по секрету, и для Дедушки Мороза. Это большой телевизор, который будет радовать детишек трансляцией сказки непосредственно здесь, в Вотчине Деда Мороза. Помимо персонажей, которые приехали поздравить Дедушку Мороза, очень много детей, много представителей различных СМИ, которые записывают уже здесь и сейчас новогодние пожелания, чтобы вывести их в свои регионы, на свои телеканалы. Завершился праздник в сказочной Вотчине зажжением первой новогодней ели. Антонида Смолина, Антон Карев, телеканал «Русский Север».